А теперь на меня посмотри, кошара, чтобы ни одного лишнего мяу я не слышал с твоей стороны. Вот просто сиди, молчи и веди себя как послушный оцелот. Ага! Тебя зовут Герман, фамилии у тебя нет, жены, детей у тебя тоже нет. Ты просто обычный оцелот из джунглей, ничего примечательного. Мы тебя просто словили в предыдущей серии. Потом в конце предыдущей серии, когда Катя не видела, ты случайно сдох. Тебя подстрелил скелет. Но вот эту часть истории ты Кате не должен рассказывать. Только до того момента, как мы с Катей и с тобой пошли охотиться на криперов. Потому что реально мы в предыдущей серии пошли охотиться на криперов. Катя побежала домой. А Герман, его так зовут, трагически погиб в сражении с криперами, скелетами, игорями и прочей вот этой всей нечисти. Катя не знает то, что Герман погиб. А я веду Германа-заменителя 2.0. Новая усовершенствованная делюкс-версия премиум эдишн. Вот, это новый. Вот, он моложе, он красивее. Главное, чтобы Катя не узнала. Я надеюсь, то, что от предыдущей серии меня никто Кате не спалил. Японский хрыщ! Герман! Я Германа потерял. Ты за мной беги, дуримонда, нафиг! Где поводок? Вот, если я и тебя просру, тогда Катя точно мне кое-что откусит. Нос, например. Или кое-что другое. А сейчас просто иди, молчи, просто подакивай, подмяукивай и ничего не говори. Давай за мной. Какой прекрасный день! Я надеюсь, то, что твоя мама Герман занимается хорошими вещами, там борщик готовит для нашей семьи. Мы с тобой на прогулку вышли, да, Герман? Подвинься, пожалуйста, корову вот этого туда. Пошли сюда, Герман. Ну шо, Катя, как твои дела? Бросили одну, оставили! Германа нет на всей деревне! Вообще ни души от Германа не осталось! Подписчики пишут, что он умер! Где? Где мой Герман, котик маленький? А как день прошел? У меня как день прошел? Да. Ты вообще как смеешь такие вопросы задавать? Я тут одна осталась! Нафиг, блин, во всей деревне! Каролина? А Каролина, это лучшая подруга твоя? Каролина вот там всегда на нашем корабле. Каролины нету. Вот она улетела куда? Вот она на корабле, вот она. Каролина! Герман! Ты с ума сошла? Тебе опять, небось, там что-то подписчики на меня плохое вот да, это. Да, да, написали, что Герман того прям. Герман жив, здоров, вот прям в полном расцвете всего своего одиночества, сил, вот Герман, вот он живой, перед тобой. Я его просто забрал на прогулку, мы пошли в его родные джунгли, он просто соскучился по этим тропическим деревьям. Пару раз там нужду справил, вот это по деревьям полазил, пару попугаев убил, и мы вернулись с ним домой, вот жив, здоров твой Герман, вот-вот. Смотри, подрос даже немного. Ты моя бусинка маленькая. Зачем подписчики так издеваются надо мной? Зачем писать, что он погиб трагически? Знать бы, что в головах этих вот подписчиков, которые пишут подобные вещи. Да я в душе не чаю. Я просто его вот это на прогулку вывел. Но это все равно неправильно. Надо было предупредить меня. Я проснулась, выхожу, никого нет. Да, каюсь всем своим сердцем, каюсь то, что да, я должен был тебя предупредить, я зуб тебе даю то, что больше такого не повторится. Каждый раз буду тебе там смс-ки печатать, то, что мы с Германом куда-то ушли, вот. Ну все, давай, Герман, пойдем. Слушай, а может его тогда засандалим в дом туда к булочке Ивану, к корице Милке, не? Ты что, он же дикий кот, он же их там всех порвет. Пойдем. Ну, кстати, что тоже. Он не идет? Пойдем. Да я не знаю, что он не идет. Иди туда, иди, Герман. А куда ты его хочешь? На корабль? Нам. Он так, только нам домой. Он Каролину сожрет. Ну, Каролина в безопасности. Пойдем вот сюда, где кровати. Пойдем. Пойдем, Герман, пойдем. Пойдем. Герман, пошли. Не сопротивляйся. Давай, Герман. Дикий просто кот, дикий, непослушный. Иди сюда, Герман. Оставь Каролину в покое, внутрь заходи, собака сутулая, ты смотри, сейчас куда поднялся. Сейчас я его покормлю, сейчас я его покормлю. Держи, у меня есть пару тресточек, вот. Да ёперный карапуз! Сатана, изыди из Германа, изыди, сатана, изыди! Так, ему явно плохо. Он кушает?
Я не знаю, что... Он хочет убить Каролину. Я прям вижу, как он стремится. Давай мы его здесь где-то оставим. Вот, Герман, посиди, пожалуйста, вот здесь. Все, охраняй шалкеровые ящики. Ты смотри, он прям на нее смотрит так. Слушай, я сейчас приведу ему Каролину еще одну. Вот у нас их там много. Сейчас приведу. Может, не надо? Сейчас приведем Каролину. Сейчас, Герман 2.0. Сейчас, покушаешь. Ну, в смысле... Что ты сказал? Да он две Каролины хочет. Две Каролины приведи ему, ага, и потом отправимся по делам. Так, а он маленьких Каролин будет кушать? Это у него надо спросить, я не знаю. Сейчас я с яйцами прибегу. Надеюсь, куриными? Ну, конечно, у нас какие-то другие есть. Так, Герман, сейчас будем тебе вывыплять Каролин маленьких. О, сразу смотри! Герман? Фас? А может его цепить надо, подожди? Герман, давай атакуй! Герман, да, Герман, в атаку! Ты хищник, Герман, хищник! Герман! Не, его прям интересует Каролина. Его прям, вот именно вот эта Каролина интересует. Он прям на нее засматривается уже 5 минут. Ладно, все, Герман, короче, оставайся здесь. Все, с этими Германами запудрим... Молодец, моя киса хорошая. Ты убила настоящую Каролину. Да этих настоящих Каролин уже тут знаешь сколько было? Ну ладно, оставайся там, Герман. Ты его привяжи. Я его привязал, пошли. А ты далеко, Кать, не уходи, ты давай за мной сюда, поднимайся наверх, вот сюда, и давай за сандалию строкотанцу в портал, давай. Куда, зачем? В портал, вот туда, внутрь. Нет, я туда не пойду. Кать, мы в ад должны отправиться в этой серии, давай, в портал. Какой тысячный раз мы должны туда отправиться? Я не хочу, не пойду туда больше, там уже нечего делать. Так, прикол-то в том, что вышло новое обновление Майнкрафта, там есть что поделать. Давай, пошли! Майнкрафтеры, вот эти вот разработчики издеваются. Нет, не хочу, никуда не пойду, все, пока. Кать, новое обновление, там добавили, там лианы адские добавили, там и там новый трейд добавили, там новое зачарование даже для обуви добавили, там много всего остального. Зачарование для обуви в аду? Ну да, адское зачарование обуви в аду. Оно хорошее? Ну я не знаю, надо проверить. Если оно полезное, я пойду. Ну чтобы тебя прям окончательно убедить, в ад добавили новое адское золото. Я уже собираюсь, сейчас я соберу свой чемоданчик, рюкзачок, и мы отправляемся в эту же секунду. Так, это берем с собой, все. Да. Сейчас, подожди, вот это вот ботиночки надеваем. Подожди. Шортики надеваем. Захвати, пожалуйста, все наше золото, которое есть там в сундуках, пожалуйста, захвати. Да, сейчас, как скажешь, сейчас мы все золото соберем и отправляемся, да, пока поезд не ушел в ад. Засандаливайся. На самом деле, в этой новой пробной версии Майнкрафта добавили новое золото. То есть с этого момента золото можно добыть и в обычном мире, и в аду. И мне кажется, когда выйдет нормальная версия Майнкрафта, прям полноценная, Катя из ада вылезать прям не будет. Ну, в смысле из ада. Не из ада задницы, из ада, а из ада. Из ада. Короче, вы поняли. Эй, кукурузитка! Опять эта башка летающая сопля! Где он? Так, мы сюда не для этого пришли. Уходим быстро! Пошли, давай. Ёханый бабай, а мы ж забыли с тобой в золоте! Как мы забыли в золоте прийти сюда? Пошли, давай со мной, беги! В смысле в золоте мы забыли? А вот этот свин зачем меня бьет? Ну так потому что мы не в золоте, свиньи же вот эти бьют, когда мы не в золоте, не? За мной, ты что, забыла? Давай за мной. Слушай, ну так я золото взяла, на, держи доски, быстрее скрафти. Не бей его, главное, отвлекай внимание, я сейчас скрафчу сюда верстак. Ты золото мне выкинь, у меня золота нет. Так, сейчас, надо, тебе хватит столько? Да, надеюсь, то, что хватит, так, защищай меня от него. Это вот сюда, сейчас. Не трогай его, не трогай. Напяливай, все. А мне? Ёханый бабай, он украл собака. Верни, это мои Катя, спасибо. Он твои ботиночки украл. Сейчас. Мне ботинки дай. Держи еще ботинки, на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. Все. И че? Все? Выкуси.
все, все, пацаны, мы свои, мы свои. А подожди, 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 подожди. На тебе, пацаны, на, одному и на другому. Мы же вот это кореша, братаны, больше друг друга пинать не будем, не? И все потопали вообще, даже не спасибо. О, песок, душ, о, там какие-то кирпичи адские, спасибо, вы очень любезны. Все, пошли, Кать, пошли за мной. Слушай, а что это золото будет прям как вот настоящее золото, или оно какое-то необычное будет, или обычное, или вот оно как золотой слиток будет, или как черный золотой слиток, или вот оно будет какое-то вот не такое, а вот такое, какое оно будет? Золотое золото будет, прикинь, вот так, такое же? Ну, в смысле такое же, ну золото в аду, адское золото, ну типа такое же золотое золото, только в аду адское. А, ну то есть просто то же самое золото, которое можно добыть в аду, ничего никак не отличаться не будет вообще, да? Ну в смысле обычное золото, которое можно добыть в обычном нормальном мире, только можно добывать в аду, и адское золото, только такое же, как обычное, как в нормальном мире, только в аду. Оно золотого цвета будет. Ядринка, да золотого, золотое золото, золотого, золотистого цвета. Кать, ты что мне в этой мозги сосешь, высасываешь? А есть золото белое, есть розовое золото, есть сусальное золото, есть еще вот... Сама ты сусальная, как ты сказала, сусальное? Сусальное. Никакое сусальное... я не знаю, что такое сусальное золото. Кать, осторожно! Ой, зуб прилетел. А что, кто это? Ты кто? Это магма-блок, ты что, его первый раз видишь? Да пошел ты, сейчас тебе лопатой закокошу. Да убей ты его уже нафиг, у нас другие дела в этой серии. Вот это магма-блоки всякие. Все, магма там тюб выпал, еще вот этих закокось. Магма-тюб, че? Пацаны, я вас честно снял. Я вас настолько кардинально случайно ударил, то что вы себе даже не представляете. Защищай меня, собака, вот это защищай. Это было чисто случайно. Кать, давай. Собака! Давай со мной! Перепрыгивай! О, до свидания, я сейчас умру, потому что у меня два сердечка, всем было приятно пообщаться с тобой. Давай сюда, за мной! Прощайте. Это все вы виноваты, скотобаза! Ты смотри, они даже не горят в лаве, им вот это по боку. Ладно, короче, пацаны, до свидания. Кать, я тебя жду здесь, в этой новой красоте. Прямо я тебя вижу, прямо, вот он я, давай! Не разбейся, главное, так, подойди сюда, ты смотри, какая красота! Шо. Какая красота, ты посмотри на новые адские синие, сиреневые, бирюзовые... Зеленые лианы. А по ним что, ползать можно? Да, по ним можно ползать, и у них еще крутой звук. Прикольно. И что самое прикольное в этих новых лианах, то что они растут не сверху вниз, а снизу вверх. Понимаешь? Чё? Ну, в смысле, вот они здесь начинаются, вот здесь. Вот. Ой, как рада! Это новое добавление. Но, Кать, мы сюда пришли не за этим. Мы сюда пришли за золотым золотом. Да хватит, все, пошли давай. Пошли за мной. Золото реально золотое. Реально золотое. Так, оно может спавниться везде, где угодно. Вот, например, за твоей спиной. Я сейчас его полностью случайно обнаружил. Тихо, я первая. Так, и что это мы имеем? Незер Голд Ори. Адская золотая вот эта руда. И что нам дальше с ней делать? Это как обычное золото, только не обычное, только адское золото. И вот сейчас мне интересно, насколько оно часто будет попадаться в аду. То есть у меня уже 4 кусочка, у тебя сколько? Так, у меня 3. Ну вот, а мы еще не успели даже сюда зайти, уже нашли примерно 7 штук. Так, давай иди сюда за мной. А его можно переплавлять? Ты сказал, что оно обычное, это уже необычное. Ты смотри, а там, вот там раз золото сверху. Вижу. Вот там два золота. Потом, вот там 3 золота, вот смотри, прямо над нами. А вот там дальше 4 золота. Вот, прям здесь перед тобой блок, на нем стоишь. А, да, я не видел. Короче, в новой версии Майнкрафта тут просто, я не знаю, оно, наверное, даже чаще будет попадаться, чем кварц. Хотя... Это еще надо будет посмотреть и поспорить. Так, подожди, давай переплавим, посмотрим, что за слитки получится. Может быть, можно сделать броню или что-то еще? Обычные золотые слитки получатся, как золото, только золотые. Ну, доставай печку и давай пережаривай. Но, у меня не печка, у меня плавильня. Ничего себе, мать, ты подготовилась прям. Ты как будто знала то, что мы сразу с тобой золото, да, найдем?
Так, а как ставить-то? Вот а, так. Украл! Так, и получается... Золотой слиток, обычный золотой слиток. Ну, так я тебе говорил, обычное золотое золото. Все, что ты еще хотела. Фу, блин, интересно. Кать, золотое золото просто в аду. Золотое золото, конечно, вот ничего поумнее не могли придумать. Золото золотое сделали, пипец. Ты чё выёживаешься здесь, не могу? Смысле? Всё, забирай чё золотое золото и пошли. Нам ещё приходить. Да не дрожкин корень, да ты будешь в этой жизни под ноги хоть когда-то смотреть, а? Прости. Возвращайся. Я пока золотое золото здесь пережарю, всё. То есть хочешь сказать, что мы сейчас с ними будем торговаться, как в Турции, да? Вот эти вот с торгашами на рынке, да? Ну, типа того, ну просто в новой версии Майнкрафта вот это новое зачарование, про которое я говорил, можно будет получить только вот таким способом. Только путем торговли с этими свинье-ушастыми человеками. По-другому никак. Поэтому, Катя, включай все свои навыки торгаша и выторгавливай книги. Погнали! Так, все, у тебя золото есть? У меня 27 золота есть! Вот давай, если ну, всё, получится! Погнали. Давай! 64 кусочка вытащила и сразу за раз. Давайте, давайте, товар на бочку, товар на бочку! Вау, плачущий обсидиан! Плачущий обсидиан нам дал! Иди сюда, поставь, поставь, поставь! Ой, какое-то зелье, какое-то зелье! Какое-то зелье кинул мне. Кать, поставь. Огнестойкость. Кстати, мы же еще не видели вот этот обсидиан. Иди сюда, поставь его, поставь! Да где ты? Сзади тебя идрить колотить стою. А вот это мы еще с вами не видели. Смотри, какой он красивый. Это новый обсидиан, который будет в новой версии. Слушай, я хочу к себе домой такой поставить куда-нибудь. Может, обсидиановый сральник мы с тобой сделаем? Ты смотри, что они выбрасывают! Огненные заряды, эндерперлы, ядреный случай, нифига себе, пацан-трэ. Давай, держи, на, ты! На, ты! Так, кирпичики, какие-то яблочки. Торгуйся, Кать, торгуйся, торгуйся, торгуйся. Мы должны вот это зачарование выбить. Вы какую-то дичь мне суете. Мне не нужны эти эндерперлы и дрить колотить. И светокамень тоже не нужен. О, обсидиан, он нужен. Короче, будем кидать это золото им, пока не выпадет то, что нам нужно. И не уйдем отсюда, и спать не пойдем, ясно? Пацантре! Налетайте! Торгаши вы наши! Забирайте все золото! Бегом, 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 побежали! Ты что-то видишь или нет? Зелий просто вот это! Все светится, все сверкает, ни черта не вижу! Ну тут книга только какая-то и зелье, я не знаю. А книга на что? Ну какая-то светящаяся книга, иди посмотри, не знаю. Soul Speed 1! Так это то, что нам не нужно! Так я тебе изначально сказал, когда выпадет книга, это значит то, что он выкинул то, что нам нужно! Мы просто... А, всё? Да, мы стоим здесь, ну, не прям долго, наверное, минут 7, может 6. И вот мы выкинули все наше золото, которое только было. Мы с этого всего только что добыли 25 плачущих обсидинов. 10 просто обычных обсидинов. Стак кожи. И как вы видите, мы еще даже не все до конца собрали. Кать, это та самая книга, которая нам нужна. Но то, что делает книга, которая называется «Душевная скорость» или «Духовая скорость». Ну, короче, новая книга «Зачарование», которая еще не переведена, вот эта «Душевная скорость», узнаем после того, как доберемся домой. Пошли, Кать, собирай все зелья и отправляемся до дома. Вот она, Кать, смотри. С помощью этой книги, мало того, то, что в аду можно перебираться в 10 раз быстрее, потому что с помощью этой книги можно ходить быстро по песку душ. Так еще плюс к этому всему, в Майнкрафте в данный момент существует очень сильный баг, который позволяет с помощью этой книги разгоняться просто до скорости света и проходить просто километры за 2-3 секунды. Ну все, я сейчас пойду себе что-нибудь зачарю ей. Не-не-не-не-не, дай книгу сюда обратно, чарить мы будем в следующей серии. Просто нам нужно еще будет подготовиться к этому марафону с помощью этой книги. Мы пробежим весь вот этот океан за 3-4 секунды. И в следующей серии ты увидишь, как это происходит.
Ну, я сейчас пойду сделаю, хорошо? В следующей серии ты пойдешь и сделаешь, хорошо? Сейчас пойду сделаю. Потом ты сделаешь. Кать, следующая серия должна быть в следующей серии, а не сейчас. Не-не-не-не, все, пока. Развернись, куропатка плавающая, сюда возвращайся. Чё говоришь? На не меня! Слышу. На меня плыви, дельфин якотифнафичный. Ой, не слышу, что ты там говоришь. Уши прочисти, крокозябра новосибирская. Ну, если она не убила меня после этой фразы, значит, она реально не слышит. Ну, ладно. Зачаривай себе, зачаривай. Но по воде-то я буду ходить, а не она.